Конфигурацию выхлопа мы выбрали раздвоение с заслонками, чтобы, если что, в любой момент можно было сделать как громкий, так тихий. И выбрали вот такие насадки. В принципе, выглядит будет неплохо. И даже очень агрессивно. Когда здесь 140 пролетаешь? Ну, могу, кстати, так сказать. Она с выхлопом поехала еще быстрее. Она не так быстро ехала. Ну, ощущения как раз-таки те, которых реально добивался. Именно с такой целью я приехал к вам на выхлоп. И именно эти звуки я хотел слышать от машины в любом ее режиме. Тихий, громкий. Тихий как раз попало то, что чтобы во дворах не убили. Кто убил Марка? Хана Марку вообще, а Марк был хороший вообще. А громкий как раз так, чтобы, если что, и на спорте погазовать как следует, показать машину. Потому что она может, и она порвется светофор. Спасибо, удовольствие от выхлопа. Большое.